думаю, что нам не хватает патриотизма Уго Чавеса, именно поэтому наша улица стала называться его именем. Нам не хватает той воли, той целеустремленности, того патриотизма, который присутствовал в сфере правления этого президента. Но насчет того, что эта фигура неоднозначная, я бы сказала так: кто не без греха, пусть первый бросит камень.